Привет всем! В одном из своих видео я делал обзор вот на такие светящиеся фосфорные звезды, наклейки. Сегодня я хотел бы сделать обзор вот на такие вот звезды, которые, кстати говоря, стоят в 2,5 раза дешевле, чем вот эти вот. И при этом их здесь 100 штук, а вот этих вот, как вы помните, было 38, по-моему, где-то так. Давайте посмотрим, как они у нас работают, как они у нас светятся, что они из себя представляют. Вот такое количество их в этой пачке. К ним прилагается вот такой вот двухсторонний скотч. Квадратики двухстороннего скотча. Можно оторвать один кубик, приклеить к обратной стороне звезды, отодрать вторую бумажку. И вот, пожалуйста. Давайте посмотрим, как эти звезды светятся при отсутствии света. Вот так вот они светятся при отсутствии света, когда хорошо заряжены. Я признаюсь, я их зарядил достаточно яркой лампой. Правда, держал я недолго ее. Но, в общем, кстати говоря, вот эта вот наклеечка, вот она у нас, она тоже довольно ярко светит. Если сравнить, то, ну, примерно одинаково. Хотя, на мой взгляд, вот эти вот светят немножечко ярче. Вот такие вот звездочки, которые можно наклеить в комнате на стену в своей спальне. И при выключенном свете будет выглядеть довольно интересно, приятно и романтично. Ссылку на эти звезды вы можете найти в описании под видео. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!